Коми стартовала патриотическая акция «Северный десант». Бойцы отряда выехали в районы, чтобы помочь по хозяйству ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пенсионерам и инвалидам. Наколоть дрова или почистить дорожки от снега – все это абсолютно бесплатно. Кроме того, современные тимуровцы проведут мастер-классы для школьников и концерты для сельчан. День десантника – это очень насыщенный день. Он начинается с шефской помощи. Ребята чистят снег, колят дрова, чистят крыши. Они работают на социальных объектах. После этого они идут в школы, проводят мастер-классы для всех школьников. Потом они играют в спортивные игры с местной молодежью. Вечер у них заканчивается концертом для населения. Помочь местным жителям Вуктыла, Печоры, Усть-Куломского, Троицко-Печорского и Удрского районов отправились 72 бойца. Напомним, впервые северный десант высадился в нашем регионе 6 лет назад. За это время студенты и работающая молодежь оказали шефскую помощь более чем 220 ветеранам и пенсионерам. Провели образовательные уроки для более чем 8 тысяч школьников, а концерты активистов посмотрели 4,5 тысячи жителей Коми.